Когда весь город еще спит, тишину на окраине Улан-Удэ нарушает гул моторов. Это водители мусоровозов прогревают технику перед выходом на маршрут. В ежедневном режиме в 5:30 утра с базы «Эко-Альянса» выезжают десятки машин собирать бытовые отходы. Экипаж составляет один водитель, один грузчик для мусоровозов с боковой загрузкой и для мусоровозов с задней загрузкой и прочей техники. Один водитель и два грузчика. В целом по всей Бурятии на линию выходит более 200 большегрузов, и автопарк постоянно пополняется. К примеру, в этом году были куплены 10 новых машин, а за последние два года более 30 единиц. Наращивание автопарка позволяет более качественно, а главное, вовремя обслуживать потребителей. Мусоровозы задней загрузки, мусоровозы с боковой загрузкой, мусоровозы, иной специализированный транспорт для осуществления транспортирования ТКО. Соответственно, рекоператор собственными силами, собственной техникой осуществляет транспортирование твердокоммунальных отходов по Муйскому району, по Мухоршибирскому району, непосредственно по Улан-Удэ, конечно, по центральной экологической зоне Прибайкальского и Баргузинского районов. Мусоровозы оснащены новой системой сбора бытовых отходов. Они простые в эксплуатации, прочные и функционально надежные. Их основное преимущество – это автоматическое управление. К тому же новая техника оснащена системой прессования, благодаря чему в машине помещается больше мусора. Новые машины буквально в эксплуатации месяца 2-3, и самые старые они около 3 лет. Ну, еще 3 лет нету. Средний пробег по технике, от 12 тысяч, это самые новые, которые постарше, до 150 тысяч пробег. В принципе, весь парк новый, обслуживается как бы вовремя все. Надежность, автоматизация и большой функционал новой техники позволил не только увеличить объем вывозимых твердых коммунальных отходов за день, но и улучшить качество обслуживания населения. Добавлю, что ежедневно в Бурятии рекоператор «Эко-Альянс» вывозит более 7 тысяч кубов мусора. Руслан Хорошек, Жаргал Цариндашиев, новости дня.